Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в My Time at Porsche. Так, у меня здесь куча ресов, которые я набрал, благодаря тому, что побегал, пособирал железо. Так, от мэрии. О, я хотел сообщить, что мы решили обновить гавань Порти с помощью мистера Муса. Ага, представляет в основе инвестиции Муса. Проект будет... руководить Минт и конструктор АЭГ. А наша цель сделать так, чтобы порт мог принимать корабли больших размеров. С нетерпением жду результатов. Пожалуйста, помогите с, поговорите с Минтом. У него для тебя много поручений, Гейл. Ясно. И от гильдии, да. Ну, оставить, естественно. Так, это прекрасно. Ёб твою за ногу, сколько ресов-то. Да, кстати, ракетка есть. Ракетка мне сейчас пригодится, потому что мы ей воспользуемся и поставим ее как раз-таки вон там. Сегодня воскресенье, спешить можно никуда не спешить. Да, ракетка. Ну, пока с остальным у меня проблемы. Я еще ничего не расставлял, то есть я закончил серию, получается, и спать лег. Потому что времени было уже много. Да, но, ну, по факту, вот они 14 дней, яблоки, получается, или 16, они будут у нас производиться, но плюс в чем? У нас за это время яблоки уже поспеют. О, кстати, что-то уже поспело. Да, и тем самым мы сможем, а, это зиолин, собирать как раз-таки... блин, да что ты делаешь-то? Зачем ты гладишь курицу? Собери вот это. Блин, тут вон всего вагона, он херней страдает. Так, давайте продолжим. Дай-то я пройду-то хоть. Так, еще еды, слушайте, 8 куриц, и жрут как 10 свиней, блин. Так, как у нас здесь дела? Здесь у нас тренировочка заканчивается потихоньку. Так, ну, нам сегодня спешить, в принципе-то, некуда. Вон, будем продавать, барыжить реликвиями. Кстати, новые реликвии. Нет, смотрите, нет новых реликвий. Да как так-то? Я-то уж рассчитывал на новые предметы, благодаря тому, что у нас куча всего. Но нет, обломали меня. Так, ладно, давай еще 24 создадим. Штифты закончились. Превосходно. Так, это делается, это... это у нас тоже делается. Штифта еще 2 всего максимум. Не надо. Думаю, создадим еще 50. Да, теперь-то мы заправить можем силовыми камнями, так как они у нас есть. Еще 24, давай создадим. Так, тут у нас как по силовым камням нормально. Так, здесь как у нас дела идут? Здесь заправить и, естественно, еще один. Да ладно, а у нас железо так быстро заканчивается. Так, ну давай создадим еще проводов. Как-никак, силовые камни есть. И это превосходно. Так, тут, блин, тут тоже силовые камни нужны. Да, слушайте, силовых камней надо много. Придется, скорее всего... О, я даже не знаю. Ну, в таких объемах-то производить все. Придется тратить, наверное, все силовые камни на... Стоп, силовые камни. Вроде кристальные деревья... Нет, кристальные деревья дают кристаллы. Они не дают силовые камни. Так, яблоки мы пустим на другое. Резина пока что. Так, что у нас тут? Ну, персиков у нас не осталось. Мука у нас вся. Давайте вместо муки создадим себе краски. 22 штуки. Просто вот сюда еще в блендер вот этот силовой камень обычный нужен. Поэтому тяжко, тяжко, тяжко. Так, это мы создавать пока не будем. Да, блин. Единственный плюс, что больше они никуда не нужны. Ну, вот сюда я не буду докладывать. То есть, как только он у меня допилит, я его сбагрю. Потому что нахрена он мне. Ну а здесь, так как по 2 дня, можно не дополнять. Потом можно будет прийти и закинуть остатки. Тем более спешить нам все равно сейчас некуда. Единственное, что можно пополнить, это вот это. Потому что... деньги. Точнее, потому что он быстрее заканчивается, да и деньги нужны будут потом, когда мы это будем продавать. Так, скидываю еще раз. И давайте смотреть. Материалы. Ну, давай вот это сюда скинем. Так, где там у нас? Уши, копыта и все остальное. О, сортировка. Уши, копыта и все остальное. Так, вот. Реликвии можно закинуть сюда парочку. Это уже готовые. Так, значит, шапка. Все. А это вот как раз линза. У нас линз нету? Почему-то.
А, линзы вот сюда. А, точно, я понял, почему у нас линз нету. Потому что мы их все сбагрили. Да, значит, ну, она стоит 250, но продать я ее не могу. Блендер мне не нужен, это у меня стоит. А робота можно поставить в... Награда при размещении в доме повышает защиту. Ну ладно, пока сюда скинем. Ну так, что у нас осталось-то? А, у нас гавань есть. Погнали в гавань. Точно, гавань есть. И нам надо 5000 вроде на этого. На что нам надо 5000? А, на коровник, точно, чтобы на хлеб. Вот, чтобы у нас был этот дополнительный заработок. Естественно. Да, о, у меня выносливость кончилась на лошади. Нифига себе. Я думал, она бесконечная, блин. Так, а вот и ребятки. А, добрый день, Артём. Наконец-то Гейл дал мне проект с достойным финансированием. Просто не верится. Мы с Альбертом уже составили план расширения порта. Для начала нам так, хотелось бы добавить маяк, склад и улучшить гавань. Предстоит много работы, поговори с Альбертом, он выдаст поручение. Точно. А почему бы тебе не заняться маяком? Для этого нужно будет создать источник света. Справишься? Конечно. А поскольку мы раньше не создавали никаких маяков, тебе стоит поговорить с следственным центром. Ясно. Короче, да, порт и вон, смотрите. Скорее всего, маяк будет вон там. Либо это руины дополнительные, как вариант. Я не знаю, что это, руины или это будет... Ну, руины там или это дополнительный маяк. Давайте, кстати, с тобой с Мусой поговорим. А, Муса нам ничего не даст в задании, да? Ладно, давай сюда. Конь, погнали. Нам в исследовательский центр надо. Но сначала я посмотреть хочу. Да, в исследовательский центр надо. Задание добавили. А, Петра. О, 8000 дадут. Кстати говоря, 8000 дадут. Вот мои 8000, на которые я сделаю себе ферму. Хлеб, да. Тем более, живку мы купили уже. Нам осталось только ее закинуть и все. Так, ну, естественно, сначала идем за... всем остальным, за дисками, где бы они ни были. Вот я беру их все и возьму все силовые камни, потому что, ну, я знаю, где что силовых камней можно набрать в руинах, просто лутая эти, как его, лутая а сундуки открывать. Ой, что-то не кинул далеко. А вот, то есть, и там есть шанс, что будет силовой камень как вариант. А других вариантов у меня все равно нет. Так, это я все равно сейчас все куплю, потому что мы как раз таки движки подарим. 17? Ёпта. 3 осталось всего. Ну ладно, пригодится. А, да, да, источник света, маяк, нужные диски. Все будет сделано. Все. 50 дисков дан? Ты, мать твою, ты что творишь? Какие 50 дисков данных? Не высоко ли вы плюнули, леди? Так, здесь у нас рыбки барыжат немножко. Но нет. Я не могу, кстати, никуда диски продать. Вот это вот обидно. Потому что мне их до хрена. О, робот. Привет. Привет. Поговорим с тобой плюс 2. И подарок тебе подарим. Еще плюс 15 отношения. Так, все. И как у нас там дела с ним идут? Так. Он, наверное, на третий у нас. О! Почти звезда. Блин, хотя... блин, жопа. Ну, жопа в плане... непонятности. Что за бред вообще? Да, кстати, по поводу Steam-версии. Все идеально почти. Но у меня нету этих дополнений. Поэтому, к сожалению, в обычный сейчас в данный момент играю. Потому что дополнений нету. Вот, то есть там какие-то DLC нужны, а у меня их типа нету. А, ну, у меня здесь они есть, а там у меня их нету. Поэтому, к сожалению, косяк. Так. Ай, что? Разве нет? Так, да вроде да. Последний косяк должен был быть где-то там. Странно. А, вот он. Туда посмотрел. Опять топор. Так, здесь вот. Ручка нормальная, кстати, как вариант. Так.
Вот тут что-то как-то приплюснуто слишком. А, и вот, все. Так, и касочка осталась. Ну, предметы повторяются, поэтому как бы в лупах нет сильно такого нужды, как я понял. Типа сказали, дальше прям будет сложнее. Ну, не знаю, пока мне пока не сложно. Мне это все пока не сложно. Так, да, ой, что это, а почему у меня на территории какая-то хрень растет? Она не должна у меня на территории расти вообще, в принципе. Да, и перестановочкой заняться бы, но... Ой, я аж испугался, думал, кто у меня на территории стоит. И мы сейчас пойдем, так как материалов у меня все равно нету. То есть мне нужны материалы, специальные трубы ржавые, а они выпадают только, когда мы с боссами махаемся. Поэтому мы сейчас пойдем махаться с боссами. Да. Как говорится, почему бы и нет. Так, где там оно? Все, сортировка. Да, набирают этой херни вагоны уже. О! Диски это еще надо дарить. Конверты всем, кстати, как вариант. Так, ладно, берем моего волшебного коня. Ну, он сейчас сам тэпнется ко мне. И пойдем в руины. Не, конь вообще не хочет тэпаться. Тогда... А, нам закупиться еще надо зельями, чтобы в руины идти. Всякими. Где там? Во, еда. А, это что у нас? Восстанавливает здоровье. А, дальше. Атака неинтересная, восстанавливает здоровье. Вот, все. Я думаю, этого мне будет вполне. Вполне достаточно. Только вопрос, какие руины мы пойдем. Самый главный, думаю, вопрос. Потому что нам нужны трубы. А где у нас руины находятся такие, чтобы нам трубы выпали? А, я не помню. Руины, руины, руины. А, ну, в принципе, вот здесь вот есть руины. Неподалеку. Можем туда пойти. Думаю, там как раз-таки нам оно выпадает все, что нам надо. Где там проход-то? Проход вот тут где-то был. Ага. А вот и проход в руины. Кстати. Ну, в воду я падаю, я сразу в ГГ. Вот обидно, что вот сюда пройти нельзя. Зачем так карту сделали? Опа! Вот как мне сюда залезть? Непонятно, как мне туда попасть. Хотя, я, кажется, догадываюсь, как туда попасть. Ага, хрен из два. Обломали меня жестко. Ну ладно. Да, сейчас пойдем в руины, посмотрим, как раз таки трубы нам нужны. А, уровень какой пойдем? В каком уровень пойдем? Что мне надо, помимо всего этого? Это что такое? Ну давайте, не знаю, вот этот уровень, наверное, пойдем. Пройдемся там. Нам сейчас труб ржавых надо набрать. В любом случае. Привет. Всем. Всем привет. Ах ты тварь. Все, минусанули все. Тут еще и монеток можно набрать, сундуков и всего остального, как вариант. Самое плюсовое, что они все время перезаряжаются. Ну. Ой, ё-моё, там столько всяких предметов прикольных. Микросхемы. Всякий хлам. Так, погнали дальше. Ага. На изи. Так, еще и трансформатор нашли. Слушайте, ну, медная катушка, да. Неплохо. Неплохо, неплохо. Так, можно съесть парочку. Как вариант. О, кислотный пруд. На изи раскладываем. Так, секунду. Блин, бензопилу взял. Ладно, так.
все. Вроде да. Так. С якорем тут всякие твари. Так, там он кто-то появился. Твари. Так, сундуки. Оп. Да, ядовитые трубы, как-никак. Ах ты, тварь, я тебя только вшатать хотел. А что здесь есть? Здесь ни черта нет, да? Ну ладно. Так, как там со здоровьем у нас? Вроде нормально пока. Сейчас отъедимся. А, можно вот это сделать. Да, зря заюзал. Там надо было попозже это съесть. Так, это 4-й из 5 этажей. Так. Ох, ёб твою мать, парень с якорем. Не, это ящики уже не все. Самое забавное, это будет с боссом. 4 из 5. Слушайте, ну 5 из 5 это босс вроде, да? 5 из 5. Да, это босс. Ну все, сейчас мы с боссом разберемся быстренько. Эй, сюда! Я забыл, что он два раза бьет. Вот и все. Готов. На изи просто. Не босса, херня какая-то. Ну да, по сравнению с нашим уровнем, с нашим количеством брони, с нашим количеством здоровья и атаки, это не босс, это херня. Ой, еще яблоки. О, яблочные колечки. Офигенно. Так, все, мы выходим, да? Быстренько же мы. Так, покинуть руины, да. Я надеюсь, я трубы набрал. А я даже не посмотрел, блин. Так, я набрал трубы? Сортировка. Нет, в смысле? Нет, стоп, подождите. Черт. Это что такое? Ключи какие-то. Какие-то трубы там надо было набрать. Тафак. Ну ладно. А, в принципе, задание без времени, так что как-нибудь мы его выполним. О, как-нибудь мы его выполним. Как мне вот туда залезть? Синяя кожа! Да ёпта, серьезно что ли? А ну и сюда, животное. А я ради тебя там ее заказывал, блин. Ну-ка пошли, сейчас покрошим немножко этих тварей. Немнувка. Вот с кого синяя кожа падает. Так, много мы ее набрали хоть? 9 штук, ни хрена себе. На изи? На динамике-то. Я-то, блин, ждал, надеялся, как мне синюю кожу добыть. А тут все оказывается вон как легко. Да? Стоп. Сейчас. Я просто тут ни хрена не вижу. Я хочу немножечко тут бензопилой поработать. Так, ну отсюда мы не вылезем, да? Да, отсюда мы не вылезем. Тогда валим отсюда. Ну ладно, синей кожи мы поднабрали. Неплохо, причем так. О, вот этот.
еще синяя кожа. А это их босс маленький был. Босс молокосос. Так. Опа, мы на вторую ярус залезли. Опа, а вот и сундук. Ну, короче, вы поняли, что как-то вот так. Ну, всего два клапана, поэтому толку нам. Ой, такс. Тихо. Я хочу на башенку залезть. Я смотрю, что тут можно вот так вот на изи на нее залезть. Так, и осмотреться. Вдруг я еще что-нибудь пропустил. Так, нифига себе. Вот в порте мне, вот в этой игрухе, мне радует то, что мы можем такую вот дичь творить. То есть можем вот сюда залезть, можем на всякие там дома залазить. Да, ну то есть, куда нам нельзя, можем залазить. Ну, сюда мы, конечно, зайти не можем, к сожалению. Ну ладно, конь, ты там еще остался? Ой, черт, конь куда-то убежал в текстуры. Да, ладно, выше мы все равно не попадем. Конь. А, все, конь здесь. Так, ну, в принципе, синяя кожа, ёпта, блин, с них можно добывать. Я совсем забыл об этом. Я не надеялся вообще на то, что с них можно синюю кожу добывать. Да, потеря-потерь. Подстава-подстав. Так, ладно, мы тут, вон, я смотрю, трубок напилили уже прилично. И это вообще все прекрасно. Слушайте, ну это вот мука делается просто адовым количеством. А, да, мы же на неделю уже выполнили карт-бланш, точно. Ну не, яблоки я не буду, я посмотрел, что... Я даже обычные яблоки, наверное, сушеные, хотя... Из обычных можно и сок делать, какая разница. Хотя 10%, блин, не знаю даже, ну, наверное, посмотрим. Так, скинуть все, да. Кроме того, что нельзя скинуть. Кстати, еда. Вот еда. Угу. Так, а мне вернее вот это и смузи. Кожа. Кожа. Куда кожу скинуть бы? Куда бы скинуть кожу? Сюда. А бантики? Ну ладно, скинем тоже сюда. Это никуда не скидывается, это только на продажу. Но мы какие-то ржавые трубы должны были собирать. Я точно помню. Так, значит, кожаный рог, две штуки. Ржавая железная труба. Подождите, их можно выловить. Их можно из речки выловить, точно. Ржавые железные трубы. Значит, стоп. Кожаный рог. Один можем создать. Ткани не хватает, кстати. Тупо не хватает ткани. Ладно, сейчас я быстренько ее подфармлю. Так, вроде я всего набрал, чего хотел, чего не хотел, всего набрал по чуть-чуть. Думаю, сейчас нам хватит на еще один, да ё-моё, на еще один динамик, я надеюсь. Так, я надеюсь, нам хватит на еще один динамик. Даже на два хватит? Хрена себе, я там нафармил. Так, ну динамик у меня есть, помимо динамика еще куча всякого хлама. И по факту нам тупо труба нужна. Ну ладно, трубу мы просто выловим в пруду. Да, труба нужна одна. А нет, фарфоровая тарелка. Ёб твою за ногу, фарфоровые тарелки. А где они делаются? Нет, стоп. Нет. Нет. Так, это я сейчас перезаправлю. Да, на яблоки. Хотя ладно, яблоки мы все же пустим туда. На резину давай. Фарфоровые тарелки. А где же они делаются? А где их купить тогда можно? Ну это какой-нибудь печки обжигать или еще что-нибудь. Я вообще не встречаю. О! Вот эти две штуки можем сделать благодаря. А, нифига себе. Ну стоят они, конечно, дорого, но. Плотный силовой камень — это для меня роскошь. Так, фарфоровые тарелки. Нету. А где ж мне взять фарфоровые тарелки? Странно. Кольцо с сапфиром. Ну да, это я помню. Пылесосы. Блин, странно. Так, ладно, давайте я скину лишнее. Лишнее вот эта хрена. Да, кстати, еще и гнездо одно дали. Ну, тут всего лишь перья. Да, уровень у нас, конечно, будет не скоро, но да ладно. Это мы все можем продать.
фарфоровые тарелки. Ладно, я их потом погуглю, посмотрю, где их можно взять. А на этом мы пока что будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!